каждого они свои. Такое ощущение, что сограждане, использующие грабли для садово-огородных работ, пользуются ими у нас не по назначению. Как поэт в России больше, чем поэт, так и грабли у нас поднимай выше. Эх, иду с прекрасной дамою в лучах на взлете дня, и грабли те же самые приветствуют меня. Ну а что касается родимой почвы, то жаль, что не создан до сих пор на базе грабель тренажер.